Медиакомпания «Алмазный край» запускает сезон показа развлекательных программ на уличном экране. В честь наступления лета и Дня защиты детей на площади Ленина покажем «Ералаш», «Фиксики» и другие передачи и мультфильмы. Показы пройдут с 10 до 14 часов и продлятся с 16 до 20. Там же в два дня состоится концерт. В этот день по всему городу пройдут развлекательные программы. В 11 праздник откроют соревнования для самых маленьких. В спортивной школе груднички опробуют силы в забеге. Малышам предстоит проползти 7 метров на скорость. Детей постарше и их родителей в полдень ждут на открытии общественного пространства «Ирелях». Также там запустят веревочный парк, проведут мастер-классы, семейные квесты, творческие островки и анимационную программу. Вечером семьи «Алмазной столицы» соберутся на «Триумфе», чтобы поучаствовать в фестивале «Красок Холли», состязании косплееров и посмотреть праздничный концерт артистов КСК. 2 июня лето встретят взрослые. С 10 до 17 в Кимберлите пройдет марафон «Фитнес-калейдоскоп», где тренеры Мирнинского района проведут функциональные тренировки, зумбу и многое другое.